паршиво. Трансформаторы подают энергию в здание, заперев там полицию. Юрий, не просто, это мягко сказано. Придется отключить трансформаторы, чтобы освободить своих. Даже если тебе это удастся, им понадобится твоя помощь с демонами. Ну так я здесь. Готовы решить все электрические и демонические проблемы. Еще 4 железки. Топли 3 осталось. Я не скучал по Электро с его суперзлодейскими штучками, пока он был на плоту. Запереть полицию с помощью сети трансформаторов? Кто так делает? Полиция свободна, но демоны не отступают. Придется им помочь. Твои люди в безопасности. Что дальше? Иди в верхний Вестсайд. Мы там спасаем гражданских, но нам мешает носорог. Он всегда мешает. Я иду. Сообщение от Майлза. Эй, Пит, слушай, Мэй попросила позвонить тебе. В ветеранском центре все плохо. Зэки пытаются выломать двери. Здесь Мэри Джейн, мы пытаемся вывести людей через подвал. Но нам нужна помощь. Надеюсь, ты скоро будешь. Надо заканчивать с участками и спешить в Гарлем. Мы тут одни, поросят! Ни помощи, ни спасения!
Не буду врать. Заключенные с тяжелым оружием мне не понравились. Всем постам. Беглецы напали на аварийный склад продовольствия. А побег? Не переживайте, вы все попадете обратно на остров Райкера. Я уже здесь. Сюда! Я горю! Быстрее! Я твой должник. Вы в безопасности, но стоит показаться врачу.
Носорог движется, но бывшие гости Райкера громят ваши полицейские баррикады. Я помогу уравнять шансы. Давай. Если баррикады падут, людям внутри придется худо. От драки. Видимо, он выполняет приказы доктора Октавиуса, быстро нападает на команду экстренных служб и отступает. Этого не должно случиться. Иду! Одна крыша чиста. Реактивные ранцы! Ребята, мы на одной стороне! Давайте хотя бы сначала разберемся с зэками! Нарушители будут умиротворены! Умиротворены? Кому-нибудь еще показалось, что повеяло Оруэллом? Или только мне? Что, никому? Спецназовцы Соболя явились добивать остатки беглецов с Райкера. Юрий, участок в безопасности. И я только что узнал, каково быть приоритетной целью Соболя. Гадость. Будешь знать, как смеяться над международными наемниками. Да уж. Ладно, отключаюсь. Позвони, если обстановка накалится. Хорошо. И спасибо.
Ты дал нам возможность сражаться. Так. Надо спешить в ветеранский центр в Гарлеме, помочь Мэй. Питер, наконец-то! Ты нужен нам в ветеранском центре. Где ты? Меня задержали. Как вы? Что происходит? Преступники подожгли здание. Мы вывели персонал, но Мэй с Майлзом остались внутри. Я пытаюсь найти путь к ним, но огонь распространяется слишком быстро. Оставайся на месте, МДжей. Я разберусь. Только быстрее, Пит. Быстрее! Джей, стой на месте! Не хочу, чтобы тебя тоже пришлось спасать! Питер, не сходи с ума, дождись помощи! Мэй! Мэй! Сюда! Мы здесь! Держу! Держись! А! Тетя Мэй, вы целы? Пробирайтесь к окну! Слишком далеко! Держись! Только держитесь! Давай, глупый кусок! Ну же, Мэй, я спасу вас! О, Господи! Давай! Вперед! Майлз, давай! Нет! Тебя. Мэй цела? Все спасены. МДжей, если бы не вы с Майлзом, я был бы... Мертв, как и я те 100-500 тысяч раз, что ты спасал меня. Так что я все еще перед тобой в долгу. Умно. Послушай. Мне жаль, что я все испортила. Просто... Нелегко быть той, которую все время спасают, понимаешь? Иногда я и сама хочу спасать. Прости, что заставил тебя чувствовать, будто ты не можешь. Мы все еще партнеры. Как всегда. Эй, я не знал, как ты любишь, с газом или без, минеральную или из горных источников, так что принес по одной каждого вида. Я не вовремя? Нет, мы с МДжей, с мисс Уотсон, обсуждали стратегию. Стратегию? Да, верно. Город в опасности, и ему нужна наша помощь. Помощь всех нас. Ладно, командуй, тренер. Ладно. Разделяй и властвуй. Мисс Уотсон, нам нужна вакцина от дыхания дьявола. Аскорб что-то создает, но они не смогут защитить свое детище от Октавиуса и Ли. Нам нужно найти лекарство и защитить его. Я проверю кое-что. Майлз, тебе придется стать моими глазами и ушами в пир. Будет что-то не так,
Звони. Мы должны обеспечить безопасность центра и его обитателей. Ладно, а что будешь делать ты? Шайка безумцев в костюмах разрывает город на куски. Пора уделить ей внимание. Ясно. Погоди, а как? Я тебе позвоню. У тебя же нет телефона в твоем... твоих карманах. Мисс Уотсон даст тебе мой номер. Удачи, команда. Его номер. Ты девушка-паука? Было бы круто, если... Хватит, Шерлок. Лучше покажи мне свой богатый выбор воды. В городе немного спокойнее. Майлз следит за пиром, МДЖ ищет средства от дыхания дьявола. Пора найти Отто и сорвать его планы. Юрий, пора выходить на след боссов. Насчет Октавиуса ничего? Нет, ничего. Криминалисты даже не могут поработать на Таймс-сквер. В отделе болеют все, кроме стажеров. Возможно, я что-нибудь найду. Сообщу тебе. Фиска со стволами в руках. Ну, оружием. Я про оружие говорю. Про что еще? Не только бандиты берут стволы в руки. У меня предчувствие, что тут начнутся общественные беспорядки. Остановитесь в очередь. Обещаю, я всех арестую. Грустно, что когда ко мне бежит толпа, я сразу думаю, что меня хотят убить. Но я всегда прав. Легкий способ отмывать деньги. Вот, наверное, где Фиск теперь хранит их. Если прикроем ее, прижмем его к стенке. Я получаю ордер.
А я осмотрюсь. Подкрепление! И хорошо, а то все ребята мне уже надоели. Еще отряд! Постарайтесь найти того, кто будет любить вас так, как ребята Винни любят получать пороже! Твои люди не столкнутся тут с проблемами. А у Уилсона Фиска проблем все больше. Прекрасно. Сообщение о наркосделке. Следуйте в центральный парк. Не сдавайся, паучок! Спрячь табак! Привет, парни! А у вас рецепты на это имеются? Привет, МДЖ. У тебя все хорошо? Да, я просматриваю записи от Корпа. Слушай, это совершенно не в тему, но помнишь, как мы ездили на Стейтен Айленд с Гарри? Чтобы найти лучшую пиццу в городе? Как такое забыть? Колесили 10 часов ради подгоревших тостов с холодным сыром. Что-то в этих старых папках о Скорб напомнило мне о тех днях. Гарри был так доволен поездкой на пароме. В те времена все было гораздо проще. Никакой работы, никаких суперзлодеев. Мы могли потратить целый день на поиски дрянной пиццы, если захотелось. А сейчас, кажется, если мы вздремнем, мир сразу развалится. Это точно. Но то, что мы делаем, пытаясь не дать миру развалиться, это ради того, чтобы другие ребята могли безмятежно исследовать бистро на Стейтен-Айленде. Круг жизни. Круг дрянной пиццы. Да, ты прав. Отличная точка.
Наркотики, пожалуй, худшие из всех преступлений. В первой пятерке. Или в первой с конца, я запутался. Подождите, скоро за вами. Приедет уютный автозак. Ограбление. Соблюдайте осторожность, преступники вооружены. Проследуйте в центральный парк. Грабители, надо вмешаться. А, вы начали без меня! Да, Паучо, покажи им! Каждый уличный гопник мнит себя вторым Фиском. Ну да, они тоже сядут в тюрьму. Всем постам, 10:34, повторяю, нападение. Человек-паук, ты готов помочь? Решил, что вам это нужно. Ты не знаешь, с чем мы столкнулись. Я никогда не видел ничего похожего на это дыхание дьявола. Криминалисты замучились. В новостях говорят, что здесь Отто выпустил дыхание дьявола. Возможно, я найду следы отравы. На этой табличке следы какого-то вещества. Возможно, возьму образец. А ты лидерная последовательность. Многообещающая. CPF-1 модифицированный аскорб. Это точно оно. Может, смогу отследить путь распространения? След идет в нескольких направлениях. Нужно выбрать одно. Затевшим осьминогом, который все это устроил, слышишь? Это тупик. Плохо. Нет,
След ведет к тому зданию. След прыгает по зданиям. След ведет в эти отверстия. Что там делал Отто? Здесь должна быть дверь или люк. Мрачновато. Надо как-то включить свет. Будет свет. О, здесь был плацдарм Отто. Побег из тюрьмы — идеальная маскировка для проникновения. Мартин Ли. Совсем не тот человек, которого я знал в пире. Отто записывал послание для команды. О, Мартин. Когда я впервые понял, что это ты нападал на Осборна, то был... шокирован и опечален. Но когда ситуация стала развиваться, у меня появилась мысль. Мартин, ты сделал смелый шаг, о котором я всегда мечтал, и сделал его не колеблясь. Я горжусь тем, что мы теперь вместе боремся за справедливость. Отто движет ярость. Нейроинтерфейс ее усиливает. Но его ненависть настоящая. Он уничтожит весь город, чтобы причинить вред Норману. Отто искал слабые места в технике Соболя. Носорог. Мой второй любимый русский. Алексей, я много лет слежу за твоей карьерой. Мир считает тебя идиотом, а я вижу воина сердцем поэта. Я знаю, что ты жаждешь освободиться от костюма, в котором заперт. Помоги мне достичь моих целей, и ты обретешь свободу. Отто создал средство, чтобы освободить носорога от костюма. Одно правительственное агентство не сделало это за много лет, а Отто смог за несколько дней. МакГарган. Он же Скорпион, он же псих-психованный. Я редко признаюсь в подобном, мистер Гарден. Но уплата ваших долгов оказалась делом более сложным, чем я ожидал. Вы задолжали требовательным людям. Но после операции с водохранилищем ваши финансовые обязательства тоже будут ликвидированы. Отто Октавиус умеет убеждать. Стервятник. Я бился с ним чаще, чем с любым другим. От источника энергии у него рак спинного мозга. И Отто разрабатывает для него лекарства.
Какая горькая ирония, Эдриан. Твои чудесные крылья сотворили такой ужас с твоим телом. К счастью, теперь ты работаешь на меня. Когда мы закончим, мой метод непременно исцелит тебя. Ты еще не скоро покинешь наш мир, друг мой. Электро. Всегда под напряжением. Главная мечта Электро — стать чистой энергией. Док модифицировал его костюм, на шаг приблизив его к цели. Макс, когда ты впервые рассказал о своей мечте, я решил, что ты безумен. Чистая энергия? Но погрузившись в эту тему, я нашел способ достичь того, чего мы оба желаем. Обещаю, когда мы закончим, ты станешь чистой энергией или столь близким к ней, что разница будет несущественной. А это еще что? Отто строил планы с помощью карты, но она пуста. Может, я что-то упустил? Ультрафиолет. Ха, ничего. Надо как-то включить эту лампу. Поручил злодеям уничтожить имущество Оскорб. Он пытается по кирпичикам разобрать империю Нормана. Скорпион отравит воду в водохранилище. Оно тоже принадлежит Оскорб. Носорогу поручены объекты на побережье. На какой он нападет? И почему? Электро занимается электростанциями. Логично. Почему стервятник на Таймс-сквер? Нужно быть начеку. Ли занимается средством от дыхания дьявола с помощью какого-то икара. Последний этап — прямое нападение на Оскорб. И, скорее всего, на Нормана. Похоже, Док тайно работал над ядом Скорпиона. Он содержит мощный галлюциноген. Оскорб проник во все сферы. Энергетику, связь. Икар, вот оно. Человек-паук, мы не представлены должным образом. Я Отто Октавиус. Никакого Икара нет. Верно. Мартин и сам отлично справится с охраной вакцины. Икар просто уловка, чтобы заманить тебя на точку. Что за точка? А? Происходит. Да, так. Послушай, Ли охотится за вакциной.
Мы должны найти лабораторию Оскорб раньше него! Уже ищу! Я поняла все разрешения на строительство в городе. Если запись есть, я ее найду. Прекрасно! Ладно, до связи, МДжей! Не вышло? Потрепало. Теперь план Б. Командная работа – волшебная штука! Позволяет достичь невозможных целей. Например, убить Человека-паука. Ты почти согрел мне душу, Электро. Тюрьма пошла тебе на пользу, правда? Эс, твой выход! Привет, Эдриан! Это я, Человек-паук! Что за чушь ты несешь? Никто не понимает моих шуток. Наша долгая вражда закончится сегодня! Вражда? А я думал, тактика взаимных уступок. Да, я ошибся в оценке отношений. Человек-паук! Я должен сломать тебя. Есть! Ты понял шутку? Я так рад, что почти готов сдаться. Почти. Если честно, поодиночке вы мне нравились больше. Удивительно, чего можно добиться командной работы, правда? Пора донести урок. Энергия молодости и мудрость опыта. Идеальное сочетание. Как кошка с собакой. Ну да. Просто повезло. Бомба отдалась. Надо перевести дыхание. Займись им, Электро. Без проблем. Каково это встретить того, кто сильнее тебя? Ты ведь знаешь, что я с тобой просто играю? Промах, промах, теперь тебе... А, неважно, забудь! Вас огорчать, но кажется, вы неправильно оценили ситуацию. Ты
Это мой шанс. Один готов, остался еще один. Сколько уже раз мы вот так танцевали, Эдриан? 10, 20! Слишком много! Сегодня наш последний вальс! Надо оглушить или удивить его. Что происходит? Электро заземлили. Человек-паук, полагаю. Если бы ты и правда любил этот город, ты бы помогал мне разоблачить Осборна. Убивая невинных людей? Я восстановил бы порядок. Ты болен. Тебе нужна помощь. Мне не нужна помощь. И мы не остановимся, пока Норман не получит за все. Ненавижу, когда они заодно. Сейчас только отдышусь. О, который час? Вот черт! Надо связаться с Юри. Юри, стервятник и Электро все. Остались четверо. Я видела. А еще я видела взрыв на Таймс-сквер. Я предполагаю, тут имеется связь. Ты все понимаешь. Эта крыша была плацдармом. Октавиус использует злодеев против Оскорб. Стервятник и Электро атаковали электростанции. Цель Скорпиона — очистные сооружения. Насчет носорога пока не знаю. Что-то на побережье. Для начала этого хватит. Ты пойдешь за Скорпионом? Да. Город и так еле держится. Если останемся без чистой воды, это конец. Я свяжусь с тобой. Хороший план.